Дарить или завещать? Обсудим особенности оформления обоих договоров с учетом изменений в законодательстве. И вообще, стоит ли торопиться с волеизъявлением из-за страха заболеть коронавирусом? На все эти вопросы ответит наш гость, президент Владимирской областной нотариальной палаты Жанна Селеснева. Итак, сегодня в 19:00, сразу после вечерних новостей, мы будем работать в прямом эфире. Звоните и задавайте свои вопросы. Телефоны на ваших экранах. Также вы можете писать нам в социальных сетях.